Митрополит Владимир заявил о недопустимости разжигания ненависти и межнациональной розни. Глава Молдавской православной церкви призвал Украину и Россию приложить все усилия, чтобы добиться мира, а верующих помнить о библейских заповедях. В сообщении для прессы, опубликованном на официальном сайте митрополии, приводится обращение митрополита Владимира, в котором, в частности, говорится: «Прошло более 40 дней с начала вооруженного конфликта в Украине, и все это время православные смиренно молились за мир и прекращение кровопролития в соседней стране. То, что мы до сих пор видели, это ужасная война, которая калечит не только тело, но и душу». В послании митрополита также отмечается: «С первых дней войны в Украине церковь обозначила свою позицию за мир и против войны. Православная Церковь Молдовы была и есть рядом с беженцами. Всем пострадавшим от этой вражды предоставляется вся возможная помощь. До сих пор церкви и монастыри приютили тысячи беженцев, а священнослужители и верующие оказывают им духовную и материальную поддержку, воистину показывая пример евангелического самопожертвования», уточняется в послании. Митрополит сообщает также, что информация о том, что некоторые клерки призывали к межнациональной розни, глубоко опечалила его. Он заявляет о недопустимости подобных высказываний и обещает наказать виновных. В то же время глава Православной Церкви Молдовы призывает обе стороны, российскую и украинскую, сесть за стол переговоров и решить все существующие вопросы мирным путем. Он также пожелал, чтобы Господь ниспослал мира, справедливости, миротворческую мудрость и любви всем политическим лидерам, ответственным за урегулирование этого вооруженного конфликта. В заключении митрополит Владимир обращается к верующим с благословением молиться за то, чтобы на украинской земле установился мир, а противоборствующие ныне народы нашли в себе силы, чтобы достичь взаимопонимания и прощения.